Есть много различных Лего-фильмов. Лего-фильм, Лего-фильм 2, Лего-Бэтмен и так далее. Даже сериалы есть. Но что если посмотреть, какие бывают Лего-игры? Ведь одно дело смотреть сериал или фильм про ваших любимых Лего-героев, ну а совсем другое играть на своем мобильном устройстве. Поэтому сегодня я вам покажу топ-5 игр про Лего. Если хотя бы одна игра вам понравится, то поставьте этому видео лайк. Ну а мы начинаем. На 5-м месте расположилась Лего-игра, которая похожа на популярную игру Subway Surf. И вместо того, чтобы бежать по рельсам, вы тут едете на машине. Эта быстрая и безумно веселая игра перенесет вас на переполненные городские улицы. Там вы окажетесь водителем в кресле гоночного автомобиля Лего. Вы можете прыгать вверх, прыгать вниз, уходить налево-направо и просто кататься в свое удовольствие. Собирать монеты, мороженое, фрукты, цветы, подарки и много чего еще. Проходить различные миссии и зарабатывать еще больше монет. Украшать свои автомобили новыми наклейками или улучшать автомобиль, делать его быстрее и лучше. Также в этой игре есть 10 персонажей со своими автомобилями. Чтобы их открыть, нужно заработать достаточное количество монет. Перемешивайте и сочетайте различных персонажей, машины и наклейки. Покажите свой опыт в конструировании из кубиков Лего. Лего Tower. Здесь вы сможете построить свою собственную башню из Лего и управлять ей. Вы сможете строить самые различные квартиры для своих жильцов, которыми вы будете играть. Можно строить разные жилые этажи, места для работы и развлечения. Также ваша задача заключается в том, чтобы управлять лифтом, перемещать жильцов между первым, вторым, десятым и так далее этажом. Постройте самый лучший небоскреб вашей мечты. Сделайте так, чтобы ваша башня выросла до небес. Нанимайте ваших жильцов на работу, и тогда ваш доход будет увеличиваться, и ваши дела пойдут в гору. Тройку лучших игр в этом топе открывает игра LEGO Наследие Героев. Здесь вы сможете погрузиться в яркий мир LEGO, полный веселых приключений, сражений и ваших любимых героев. Ваши фигурки и наборы выпрыгнут из коробки в самый увлекательный пошаговый RPG. Сражайтесь и занимайте место на вершине рейтинга вместе с командами легендарных героев LEGO. Создайте набор своей мечты. Используйте уникальные навыки каждого героя против соперников. Переведите команду на новый уровень, используя выигрышную пошаговую стратегию, которую вы сможете разработать сами. В этой игре есть такие легендарные фигурки, как Человек-хот-дог, Капитан Рыжая Борода, Ллойд из Ниндзяго, классического красного космонавта и многих других. Усиливайте навыки своих героев, получайте уникальные способности и наносите сокрушающие удары. Drawbricks – это супер 3D-приложение, которое обеспечивает вам полное пространство, где вы можете включить свою фантазию и построить то, что вы хотите. В игре есть куча блоков, такие как блоки с текстурами травы, деревьев, камней и так далее. Ну а если вы хотите построить уже что-то готовое, то тут есть вложенные инструкции, как построить различные здания, машины, самолеты, лодки и так далее. Это приложение действительно одна из лучших. Так что если вы хотите не только смотреть Лего-фильмы или играть в различные игры, но еще и создавать свою собственную игру, то это приложение именно для вас. Если честно, я думал поставить на первое место Drawbricks, но передумал, когда увидел игру Lego City My City 2. В нашем распоряжении находятся десятки транспортного оборудования для постройки города, на каждом из которых мы можем прокатиться без особых проблем. Но построить уникальный город своей мечты – это лишь одна из бед, ведь для постройки нам необходимы ресурсы – лего-кубики, которые мы можем добыть, исключительно играя и побеждая в мини-играх. Так что сделать это будет очень сложно. Ну а мини-игр здесь очень много.
Вот и подошел к концу наш топ игр про Лего. Спасибо тем, кто досмотрел ролик до конца. И у меня есть одна очень важная просьба. Если вы не подписаны на мой канал, то, пожалуйста, подпишитесь, так как больше 90% людей смотрят мои видео без подписки. И мне будет очень приятно, если вы исправите эту ситуацию. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.